дорогой? Первый канал, эфир. Ага. Что вы можете сказать насчет Славика Хайкова? Славика Хайкова, это который из Гриневич? Ну? Ну, что могу сказать? Так-то он, блядь, пацан вроде ничего, но, сука, блядь, ебется, в жопу ебется и в рот дает. А что еще сказать про всего? Гомосекет как может. Ну, бывало, что залетал на станок и кричал: я гомосек Хайков, а потом после этих слов говорит: возьми меня. Ну, Сайк, он, пидор, еще тот, нах, конечно, бывает, его замашки, блядь, идиотские, блядь. Ну, я даже не знаю, что еще сказать по нему. Пальчик сегодня поранил, блядь, видать, нахуй, жопу бы себе сунул, она, говорит, зубами пизданула, нахуй, говорит, тебе не матери, чуть не откусил, хорошо, что успел вытащить. Говорит, видели даже, как зубами жопу класла, она, класс. Ну, а что еще сказать про него? А где он сейчас находится? А сейчас он хотел, чтобы его на это, как он, Шурин, нахуй, вез его домой, Шурин сказал: ха, блядь, в очко тебе большое, толстый, говорит, нахуй. Так что, блядь, сидит и говорит, так он в гараже и сидит, нахуй, блядь. Да что он там делает? Чё, письку гонять? Что делаешь, нахуй? А, чё с пальцем у него стало теперь? Ну, с пальцем. Пальцем ничего, пара царапин, нахуй. Хули у жопы, нахуй, в зубах-то кариес, ёпта. Вот пиздец, нахуй, блядь. Так сильно не покусала, нахуй. Вот. Хули, к стоматологу давно уже жопу не возил. Или, блядь, хотя бы имплантаты, вон они, блядь, называются, зубы ебаные, блядь. Втулка, что ли? Такие втулки, имплантанты, блядь, зубы. Вместо родных, нахуй. Хача железные, блядь. Вот если имплантанты б стояли, пизда нахуям, палец отлетел к ебе не матери, блядь. Да-ка это... Так-то по-обычному уже в жопе не должно быть зубов. Это у него, наверное, какое-то защитное свойство. А почему оно у него такое защитное свойство выработалось, вы не скажете? Ну, так это на протяжении многих лет выработалось, блядь. Постоянно с детских лет гибли в очко, нахуй. Гибли. В рот надают, в очко поебут, опять в рот как дадут. Вот от этого, блядь, защитное свойство. Очку уже надоело, что его дерут, нахуй. Она давай выращивать зубы, блядь. Вот, появились у него в очке зубы. А вас как зовут, товарищ водитель? А меня зовут Магомед Исмолаев. Магомед, вы не скажете, скажите, пожалуйста, а куда вы сейчас направляетесь? А мы сейчас направляемся, а как раз сюда и направляемся, его ебать, нахуй. Думаю, чем бы зубы ему побить, нахуй, блядь. А у вас монтажка есть? Монтажка, все слышим. Вот она родная, а? Ой, и будем расковыривать там все. Тебе не мать, или сначала этим концом сунем, она клад зубами, а зубы шли. А потом тебе, как хочешь. Так он безотказный вообще парень. Так-то он безотказный, очко вижу, лупилось зубы, вырастет. А так он безотказный, нахуй. Хули, блядь, каш под днем, нахуй. Ну вы это, может быть, торопитесь уже этого? Конечно, уже писька встает. Ну, давай, я пора.